В Доме правительства Московской области вручили ключи дольщикам Изумрудной долины. На торжественную церемонию пригласили 10 семей. Заместитель министра жилищной политики региона Юлия Баринова поблагодарила всех причастных к этому событию, а также новоселов проблемного жилого комплекса за их колоссальное терпение. Я хочу сказать спасибо нашей сплоченной команде. В первую очередь это нашим дольщикам, нашей инициативной группе граждан за вашу помощь, за вашу критику. Но, к сожалению, критика в нашей работе – это вещь, без которой, к сожалению, мы пока еще не обходимся. Администрация муниципального образования Андрея Робертовича Михаила Алексеевича тоже отдельное спасибо. Спасибо ВСК-лидеру, который взял на себя это нелегкое бремя координатора этого проекта. Также на торжественном мероприятии присутствовали депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета отметил, что совместно с Министерством строительного комплекса Московской области был подобран новый инвестор для объекта. Поэтому вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. Благодаря губернатору, правительству Московской области удалось собрать некий пул инвесторов, которые собрали денежные средства и начали финансировать достройку этих объектов. Координатором и консолидатором всех денежных средств и куратором строительного процесса стала компания ФСК-лидер. Компания тоже была выбрана не случайно, потому что это один из самых позитивных, положительных застройщиков в Подмосковье. В глазах этих людей неподдельная радость. Получив ключи от долгожданных квартир, представитель инициативной группы Татьяна Левкина не смогла сдержать эмоций. Кратко я бы хотела сказать, что Изумрудная долина, я надеюсь, на нас не закончится. Да, у нас еще 7-й и 5-й квартал предстоит. Поэтому огромная просьба обеспечить права всех жильцов. Мы это очень долго ждали. И сейчас сделаем ремонт и начнем наконец-то нормально жить. Вот. В прошлом году при участии нового инвестора ввели в эксплуатацию корпус номер 30. Тогда ключи получили 64 семьи. На прошлой неделе были сданы еще 10 домов жилого комплекса. Теперь правами обеспечат порядка 320 семей. Планируется, что возведение оставшихся 13 домов жилого комплекса «Изумрудная долина» будет завершено до конца этого года. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».